Всем приветик, предложу Маше тараканчика. Посмотрим, возьмет, не возьмет. Это ж такое женское настроение. Непредсказуемость. Скажи, Маша, это наше, да. Мы можем не есть по 4 месяца, а можем жрать через день. Там как масть пойдет. Ну, пока что-то не заметила она его. Может, я тебе его пошевелю, хочешь? Это я, не пугайся, а вот таракан. Говорит, нет, не хочу я таракана. Она тут паутинку выстилала, вот. И так подозреваю, может, линять надумала, но пока нет. Линька нам сейчас как бы вообще ни о чем, иначе потеряется вся сперма, которая хранится у нее в кармашках. То есть нам этого не надо. Таракан, сволочь, спрятался, все. Ну, он-то, в принципе, выйдет, ничего страшного. А паутинку вот хорошо видно. Вот она. Как-то так, скажи, Маша. Я сегодня не в настроении. Я вижу солнце. Да. Принимает позицию, не трогайте меня. Ну, хотя бы не посылает. Уже хорошо. Все, я тебя не буду трогать. Хочешь, еще одного таракана кину. И будете там развлекаться. Давайте еще одного выдам. А ты там подумаешь. То ли кушать, то ли нет. Ну, как бы линька нам, да, не нужна. Но, блин, не дай бог, полиняет, пропадет вся сперма. Как-то так. Потом проверю, съела она тараканов или нет. Но, сами видите, сейчас не охотится, не берет. И в июне она уже переедет в нормальный контейнер. Нет смысла держать ее в маленьком. Это просто они стояли вместе рядышком со стриглером, чтобы друг другу смс-ки посылать, так сказать. Смысла теперь нет, может жить уже в своем контейнере.